Я видел, как принималась та конституция в начале 90-х годов, как давил Запад на нас, что мы бы принимали те такие положения, которые были бы им важны. И потом мы видели эти иностранные агенты и так далее, и так далее. Вот. И, конечно, пришло давно уже время, чтобы конституцию обновить. Это же незыблемость наших территорий, за которые мы в свое время воевали и боролись. Это взять сегодня впервые, это волонтерское движение. Это замолвили слово за общественные организации социальной направленности или ориентации.